Привет, бро, меня зовут Пози, и со мной сегодня Робзи. Всем здрасте! И сегодня мы вместе с Робзи будем проходить страшнющий хоррор, который называется Road 666. Но мы еще не знаем, страшнючий или не страшнючий. Так, окей, смотри, тут у нас есть три автобуса. В какой сядешь, куда меня посадишь? По центрочку. Во, в центр. Давай, давай, в центр, запрыгиваю. О, ну здесь прям, знаешь, такой лакшери автобус. Нормально, с кондейка есть в телек, не? Ну что-то телевизора здесь не вижу, кондей вроде нету. Кондей есть, я чувствую, слушай, как дует, а ну. Фу, блин, пипец, пипец, как здесь жарко. Я прям вспотел, подмыхи мокрые. Так, опа. Мы поехали. Так, отправляемся. Слышишь, музычка какая такая? Ну, знаешь, такая ковбойская, ковбойская. Так, нас 10 человек. О, вот это классная карта. Loading Settings 10 из 10. Класс. О, слушай, знаешь динозаврика в гугле? Да, да, да. По кактусу. Газ. Газ, тормоз. А, все, типа газ закончился. Слушай, ну это прям в формате истории. Классно, да? Да, у нас, короче, закончился бензин, мы остались в пустыне. Хотя нет, в каком-то мотеле. Я, кстати, мотель жил, 60... когда был в Штатах, вот примерно в таком же мотеле, прикинь. А у них же есть дорога 66, вот это вот. Да, это да, да, Road 66. Да, так, starting game. А что так долго? Ну, типа, игра запускается. А какая твоя комната будет? Третья. Привет, ребята. В автобусе закончился бензин. О, здесь ну, мы, типа, должны найти газовую станцию. Че, будем жить тут? Отправляйтесь спать в мотель этой ночью. Ну, переночуем. Офигеть, одну ночку, не страшно. Офигеть, здесь камбо в унитазе. Ты видел, какой он ржавый был? Там какашка. Пипец. Ты какашку увидел? Пошли, покажу. Покажи, покажи, покажи какашку. Покажи какашку, давай, Робзи. Чем мы занимаемся? Вот так вот. О, щищ! Это ты, что ли, навалил здесь такую кучу? Нет, я не успел бы так быстро. Надо в душ. Добро пожаловать в мотель 66. Так, у нас нету газа, и нам бы забронировать комнаты в идеале бы. Окей, оплатите позже. Он ее не кадрит. Пойдем кадрить. Заболтаем так, с девушкой на ресепшене. Ребята, точнее, не с девушкой, а это прям бабёнка такая. Everyone take a room and sleep there. See you all tomorrow. Увидимся с вами завтра. Ну, короче, давай здесь вдвоем остановимся. А здесь кто-то навалил? Здесь тоже, слышишь? Да, блин, почему в толчках говно? Я знаю, это, короче, сейчас будет монстр. Это однозвездочный мотель, что за ужас? Это монстр-какашник, он ходит по всем отелям и срёт в унитазы. Да. Папа, я, кажется, вижу монстра. Да не переживай, сына, это монстр-какашник. Он просто посрет и уйдет. Так, и телевизор что-то странно у нас как-то. Что-то у нас не получается спать на этих кроватях. Тойота, уйди, уйди с моей кровати. На них даже спать нельзя, ты прикинь. Мы в мотеле спали с тобой, кстати. Да. В отеле. Мы спали в отеле. В отеле. А мы в мотеле сейчас, кажется, стемнело. Ну все, мы типа спим такие... Ой, кто-то кричит. What just happened? Что происходит? Ну, эта бабка, она по-любому какой-то злодей. Подожди, автобус у нас что-то засигналил. А, да, я отгадаю, здесь автобус опять перевернется. Ой! Смотри, бабка, бигуди ее. И фонарик. Бабку украли. Может быть, она оборотень? Возможно. Слетел с нее парик, когда она перевоплотилась в оборотня. Так, что сейчас? Ну, я был прав, беги! Куда бежать? Куда? Давай на ресепшн! Беги, быстрей! Там оборотень! Давай, забегай на ресепшн! Я ничего не вижу! Темно! Ух, блин, надеюсь, он нас здесь не достанет. Так, окей, я встану где-нибудь здесь. Все, я... Ох, май! Офигеть! According my calculation. Так, нам нужно вернуться... Запустить энергию заново. А где? Ну давай, ты первый иди. Ладно, я пойду, мне не страшно. Find the power switch. Ты думаешь тут? Я думаю вот здесь, не? На ресепшене, мне кажется, не? Слушай, ну попробуй на ресепшене запустить, я думаю, что здесь есть что-нибудь другое. А есть здесь, подожди, фонарик. Какой-нибудь подвал. Фонарик, я покупаю. Может быть, фонарик. Через автомат с газировкой? 88 рабухов. О, я, кажется, нашел. Или нет, это спальня или что это? Я пошел с фонариком искать. Что? Включили. Кто? Окей, всё. Давайте попробуем опять поспать. Чё? Серьезно?
Мне нравятся сюжеты в Роблоксе. Тут какая-то хрень происходит, но давай мы поспим. Да, давайте попробуем еще раз поспать. Отлично, может, что произошло? Ну тут как бы бабку съели. Ну, или бабка съела, кстати. Этой ночью был оборотень. Я думаю, он опять сюда вернется. Нам нужно остановить оборотня. Нет, давайте просто уедем, ребят, пожалуйста. Он съел... или он украл старую леди. Но сначала нужно поесть. Но в первую очередь нужно позавтракать. О, я только что был в снэк-баре, камон. Оборотень, подождем. Кстати, знаешь, интересная... интересный факт. В Штатах существует мотель, который называется Six Motel. А тут 6-6 Motel. Прикольно, да? 6-6, да. Так, а вот повар. I'm chef. А, я, кажется, понял, что произойдет. Привет, добро пожаловать в снэк-бар. Ты тоже понял, что сейчас будет? Да. Он нам мясо подаст. Или чизбургер. С этим чуваком, который только что убили. Да, да, именно это и произойдет. Да ладно, не может быть такого. Да ладно, неужели такая криповая история? Так, бургер, я его есть не буду. Я не хочу есть его. Да, я тоже не буду. No problem. I will be right back. Я скоро приду. Так, мне а куда кажется, он пошел? Он пошел в какую-то комнату. Пошли. Он исчез. Нет. Где он? Что это за подвалы страшные? Он ушел куда-то. Так, а что мы сюда? Я не знаю, куда он пропал? Мы прошли... Ну, он сюда куда-то ушел и исчез. I find them a little bit cold. Что это означает? Не знаю. Ох, маленький сэр. Бит. Ох, сэр, точнее. Ох, сэр. I don't feel... I think I'm going to pass out. Так, что-то... Опять стемнело. Ох, май год. Я умираю! Pass it out. Я не ел ничего, я умираю! Ты умираешь? Да. Ты, кажется, отравился. Я пол провалился. У тебя было это с вами? Да, я тоже обосрался, чувак! Как это, сука, было неожиданно! У меня нашли, кстати, меня еще в клетку заперли, прикинь. Фу, ты где был? В клетке. Повар вернулся, смотри, как неожиданно. И меня в 7-й комнате заперли. Ой, в клетку. Чувак, у меня аж в глазах потемнело от такой неожиданности. Я просто, офигеть. Я не ожидал вообще этого. Ох, как же это было стрёмно, чувак. Жесть, просто. Everyone, let's get together in the snack bar. Так, опять собираемся все здесь, сейчас опять кого-то испугают. Я не хочу больше такое играть. Да, мне хватило, серьезно. У меня реально мурашки по коже сейчас. У меня по всему телу мурашки, у меня волосы дыбом. Ты пугаешься, а мне смешно. Мне сейчас было ни хрена не смешно. Мне кажется, сейчас было точно не смешно. Да прям жестко, неожиданно. Так, все. Так, короче, пора отсюда сваливать. Прикинь, еще скример сейчас будет. Все, я не хочу больше. А где ты был заперт? Ты был в каком-то номере, да? Я, короче, в 7-м номере был заперт. В клетке меня посадили. Как... Ой, подожди. Сейчас опять что-то будет. У меня фонарик видно? Ты видишь фонарик? Стоп, стоп, стоп! Что это было? Шеф светится. Где? Смотри, где он, где он? Он куда-то сюда ушел. Вот его лапы. Где? А, идем вот, за ним. Вот. Давай, 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 давай. Не отставай, плиз. А подожди, а ты фонарик мой видишь? Тебе видно свет или нет? Да-да-да, видно, причем очень всё, ярко. Я отсвечу. Короче, шеф это монстр, который съел бабку. Да, полюбасу. Либо они вместе монстры, понимаешь? Он в пещере, короче, сидит. А, как он туда зашел? Оборотень, футпринт, типа, оставил следы. О боже, я вроде бы отошел немного. Такая музычка страшная еще играет, да? Угу. Может мне тоже купить фонарик? Да нет, моего хватит достаточно. Ладно, я купил фонарик. Понятно. Я не сомневался, кстати. Вот он. Ночное видение есть. Радар. О, зачем радар? Это чувак пришел, наш водитель. Где? А, вот, да, давай. Надеюсь, он хоть не это. Нормальный. Okay. Кстати, он вегетарианец. What is all this? Это какая-то ловушка, мне кажется. Help me! Help! Я застрял! Серьезно? Кстати, мне кажется, он обманывает. Он нас сейчас всех в ловушку заводит. Началось. Паркурчик, да, Робзи. У нас 80 секунд к 100. Ой, ну у нас мало времени. Кстати, да блин, почему мы все синхронно прыгаем? Камон. Кстати, наш гид вегетарианец, в курсе? Вегетарианец? Да, у него на кепке написано. А, вегетаблс. Слушай, а может быть это он все так подстроил, чтобы мы не думали, что он оборотень?
Да, я думаю, вряд ли. Но он же с нами ехал. Хотя, я не знаю. Да мне кажется, повар. Типа, знаешь, такая страшная история, что повар съедал всех своих посетителей. Не иди! Ну ты... Ну я же сказал, не иди. Сколько времени осталось? Не знаю. О, все получилось. Мы нашли какую-то лампу. Он в клетке, повар. Да ладно. Значит, бабка. Значит, короче, мы подумали на него, но это была бабка. Да нет, этот повар нас покормил шеф-бургерами. Ну да. Мне кажется, это была какая-то подстава. А у меня фонарик, кстати, пропал. У тебя есть? Есть. О, все, теперь у тебя будет, у меня нет. Что дальше? О, я на текстурки залез. В смысле? Ну это текстура, видимо. Мы не должны тут находиться. Думаешь? Да, тут дальше тупик, невидимая стена. Wait, your teams. А, все, мы ждем наших тиммейтов. Вот такие, как ты, Робзи, сгорают там в огне. И потом их ждать. Да я что-то не это. О, смотри, куда я поднялся. Здесь по-любому сейчас... Уйди оттуда. Сейчас бабка появится там. Сир, we'll get out here. Мы должны отсюда выбираться. Так, мы его спасли. Ты его освободил? Спасибо большое. No problem, dude. Без проблем, чувак. Let's take the healing potion to cure werewolf. Так, я сейчас попытаюсь ее взять. Погоди-ка. Это типа бутылка против этого? Да. Против werewolf? Скорее всего, он должен ее сам выпить. I'm going to lure the pinked yay werewolf here to cure... Что-то я не понял. Короче, что-то типа, связано с розовыми глазами. Пойдет сейчас искать розовые глаза оборотня. Да? Ну что-то такое. Типа, да ну, не-не-не, что за бред? Что за цветок? Да пофиг. Кактус. О, вот он. О, это бабка. Смотри, фу. Он кинул в нее зелье, она и оборотень стал бабкой. Че? Говорю, это бабка была. Окей, я этого не ожидал. Что только что произошло? Она говорит. А мы спасли тебя. Ты до этого была оборотнем. Но сейчас с тобой все в порядке. Ох, май, рили. I feel so bad. Стоп, мне кажется, этот повар давал ей какие-то магические бургеры, и от этого она стала оборотнем. Ну, вот это, слышь, ты сейчас там Барбару закрутил здесь. Может быть. Может быть, какие-то сложные здесь логические цепочки. А бабка в курсе, что она съела 7 человек? Я не уверен в этом. У нас осталось трое. А сколько было, 10? Да, было 10. Офигеть, она всех съела. Так, все прекрасно. Ребята, время найти части... Найди веревку. Рим, не знаю, что это такое. Nails, meat and summon cage parts in the desert outside the motel. Короче, нам нужно с тобой найти предметы, которые разбросаны здесь по всей карте. Я уже отправился. Я пришел в этот снэк-бар. Блин, я не знаю. Вот meat — это мясо, да, вроде? А что ты внутрь зашел? Outside motel, снаружи мотеля. А, ладно, я думал, где-то внутри. Ну, написано outside. Я пошел искать. Так, ну это уже здесь. Я что-то вижу. Что ты видишь? 4 items remind to find. Слушай, я нашел фонарик. Все уже? Волосы бабки. Не-не-не, это все фигня. Не-не-не, это все фигня. Нам это не нужно. О, я веревку нашел! Стоп, это веревка? Да! Стоп, по ней можно забираться? Нет. Нет, я уже 2 предмета нашел. Ищи давай. А я их вообще не вижу, они просто валяются на улице, да? Да, да, вокруг мы... Офигеть, я на кладбище попал, прикинь. На какое кладбище? Здесь кладбище, короче. Ну, ты понимаешь связь теперь? Бургеры, кладбище, посетители пропавшие. Все, я вижу. Я тоже нашел! Так, я, кажется, нашел последний айтем. Самолетик? О, нет, какие-то иголки. Колесо, все, я нашел. Все, мы с тобой нашли все, красава. Диск от машины, а почему диск от машины, нафиг мне нужен? Так, все, ну, мы вернулись обратно к бабке. А, мы типа приманку сделали. А-а-а. Сейчас она превратится в оборотня и должна съесть это мясо? Так, давайте спать и ждать. Слушай, мне кажется, при таких обстоятельствах спать не самая логичная идея. А ты где? Ой. Меня отдельно закинули. Я тоже где-то отдельно. Так. О, кто-то попался! Пойдем, мы, кажется, поймали его! Есть! А, получается, это был оборотень, он укусил бабку, превратил Возможно, это дух оборотня. Вот, а смотри какой, а? Как тебе там, в клетке? А если подойди к нему, ачивку получишь, проверь. Ага, конечно. Давай ты первый, подойди к нему. Что будем делать с этим оборотнем?
Он, по идее, от света должен трансформироваться обратно в кого-то. Смотри, он покорился, офигеть! Чего? Он горит! А-а-а! Это наш, серьёзно? Стоп, все это время это был водитель автобуса? Офигеть! Что за неожиданный поворот? Я думал, бабка или шеф-повар, но точно не этот чувак. Думал о него, еще вегетарианец, понимаешь? Он же я все знал, время с нами бегал. И понимаешь, вот у них есть да, такое, да, такое да, вот. Да, ты шаришь. Оборотни. That's crazy. Так, ну что ж, мы его оставим здесь и свалим отсюда. Так, я получил бейджик. Во, мы прошли с тобой? Да, кажись. Конечно. Мне понравилась эта история, офигенно. О, отправляемся, все. Уезжаем с этого проклятого мотеля. Это что, на поезде, не на автобусе уже. Так, я не могу камеру. Прикинь, сейчас. Сейчас. Подожди. А вдруг сейчас будет опять скример? Когда заедем в туннель, да, будет страшно. Так, я на всякий случай отошел. Coming soon, так, тихо. Тихо. А, ждите вторую часть. Больше веселья. Ну, видимо, продолжение. Там же этот чувак, видимо, остался в этой клетке. Поэтому, скорее всего, будет продолжение. Окей, чуваки, на этом наш ролик подходит к концу. Это была, в принципе, неплохая история, очень интерактивная. Особенно вот поиски мне понравились, это, конечно, была самая классная часть. Особенно, когда чуть не обкакался? Да нет, я обкакался от скримера, да. Ладно, чуваки, увидимся с вами в следующих видео. Адьос!